Давай, выходи. Плохо Владик видит. Хорошо. А этот хорошо Владик видит? А, оба. А ну смотри, так хорошо видишь? Да. А вот так? Он вообще не видит? Тьма? Черно? А что там? А, тьма. Или серенькая? Да. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя. Протрите руку, друзья. Протяните руку. Протяните руку. Давайте соединим Тебя в вере. Пусть ваша вера, ваше упование на Господа Христа, доверие к Нему, доверие к Его Царству, оно усилится вместе. Отец, мы соглашаемся в вере. Мы соглашаемся с Тобой, Господь, что Ты послал Сына Твоего Единородного, дабы каждый верующий в Него имел жить и жить с избытком. И мы благодарим Тебя, что на кресте произошел божественный обмен, когда Ты забрал у нас немощь и даровал нам Твое тело, Твою жизнь, Твои глаза. Мы благодарим Тебя за исцеление, которое Ты даровал нам. И исцеление – это хлеб детей. И я прошу Тебя, Господь, прямо сейчас путь исцеления, который Ты приготовил для нее, проявится, и ее левый глаз станет зрячим. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Прямо сейчас левый глаз открывается. Левый глаз становится зрячим. Ты приготовил это чудо, ты приготовил это исцеление. Иисус, Царь, спасибо. Иисус, спасибо. Видишь? Да. Фу. Спасибо, Иисус! О, друзья, у меня такие мурашки идут сейчас. Это такая великая слава. Друзья, слепой глаз стал зрячим. Что ты сейчас видишь? Свету. Свет начала видеть? Да. Свету? Ого! Она свету стала видеть. Света, где ты пряталась до этого? И Сережа. Ой, Сережа появился. Это круто, друзья. Это вообще супер. Вы мама? Что-то я смотрю, вы такие. Обычно мамы в обморок падают. И кричат. Она от рождения слепая была? Нет. А сколько времени? У нее диагноз, она инвалидность, у нее фенилкетонурия. Какого времени? С рождения. Ну, с рождения? Ну, когда ухудшилась, когда от рождения. С самого рождения? А сейчас она стала видеть. Я держу, закрыл ее глаз, она видит. Да? Да. Да? Да. Не слышал? Да! Иисус, спасибо! Это чудо, друзья, реально! Слепой глаз там зрячим. Я не вижу, что на колени упали и рыдали. Это реально. А второй глазик еще лучше стал видеть. Вот этот глаз. Хорошие.
Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за полностью, все ее тело меняется, восстанавливается. Спасибо, Иисус. И я благодарю Тебя, что ее речь восстанавливается. Ее мозг, ее кора мозга, подкорковая своя, исцеляется. Во имя Иисуса Христа все врожденные дефекты уходят. И я благодарю Тебя, Господь, наш горшечник. Ты лепишь из нее прекрасный сосуд. Сосуд Твоей славы. И я благодарю Тебя, что она будет свидетельствовать. Будет выступать на конкурс красоты. Отец, я благодарю Тебя, что Ты лепишь из нее сосуд Твоей славы. Спасибо, Иисус. И я слышу слово, я делаю то, что вы даже не представляете. Ух! Аллилуйя! Поздравляю вас! Поздравляю вас! Хорошо.